time, you will know the tragic extent of my failings. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Некоторые верят, что очистить землю от болезни можно только проливая кровь и причиняя страдания. Это один из таких людей, и он готов взяться за дело. Кровавый каратель, ух, ужасно какой-то. Ладно, ребята, нас сейчас волнует другое. Блин, я не понял, а что такое, почему... Базан Куэйт у нас до сих пор еще не вылечилась. Кто мне это скажет, а? Шаман тоже почему-то. В чем проблема? Я не могу понять. Шаман, что с тобой не так? Где у нас здесь, ребята, такая хронология? Что они сделали за последнее время? Где-то должна быть. Так, гильдия была улучшена до 11%. Теперь обучение обходится дешевле. Так, монастырь потратил 1000 на пожертвования, подавшись душевному порыву. Понятно, короче, все. Ладно, пускай они покалечатся. Значит, у нас Рейнольд с нами пойдет. Также мы с вами возьмем, наверное, вот это вот Пиппери. Пиппери, пу. Ну, Сельса. Короче, давайте мы сейчас определимся для начала с вами с заданием. Умоляю, только не это. В гильдии там крики. Кузнец. Кузнец, это, конечно, хорошо, но у него, наверное, все очень дорого стоит. Так, удешевляет улучшение оружия и брони на 10%. Перетащите героя из списка сюда. Ну, и что мы можем? Крестоносец одет в тяжелую броню и вооружен длинным мечом. Такая экипировка хорошо защищает и позволяет наносить большой урон, но при этом сковывает движение. А мечом сложно действовать в задних рядах, да, это уж точно. Ну и что мы можем, например, сделать? Ковка оружия уровня 1. Не подходит, что ли? Я не понимаю, у нас нету этого. Да, у нас, видимо, просто слот открыт, а ковки самой, к сожалению, нету. Нам нужно 8 щитов и вот этих вот. Что это у нас? Купчие. Купчие и гербы. Вот так вот, ребята. Поэтому пока нам это не светит в ближайшее время. А, наверное, хотелось бы, чтобы оно было. Ладно, ребята, давайте смотреть. У нас где? Вперед! И денег-то маловато, кстати. Руины 2-го уровня у нас уже стали. Бухта, чаща, внутренний двор. Сжечь ульи. Город страдает от нашествия летающих насекомых. Отправляйтесь в заболоченные развалины внутреннего двора и сожгите их чудовищные колонии. Сказка на ночь. Только арбалетчица. Так, багряный двор. Получает какой-то дротик, видимо. Хм. Убить ползучий ужас. Ха, средний чемпион уровня 6. Не, давайте лучше мы вот это начнем. С учения, да, ребят? Тут у нас учение, учение. Священные реликвии собрать 3 штуки. А здесь сразиться в комнатах 100%. И убить ученика-некроманта. Давайте, наверное, вот это вот будем. Быстрое, да? Учение. Так, что у нас тут? У нас Фройзард взят уже. Естественно, мы берем себя. Также мы посмотрим, кто у нас такая Пиппери. Что она себя представляет. И также мы возьмем, наверное... А что, у нас хиллера никакого нету? Блин, солнце мешает, отражает, не вижу ничего. Странно, странно, конечно, это все. Придется тогда набрать с вами бандита. Ох-охо. Ладно, припасы, ребята, теперь набираем. Это особо опасное задание, длится дольше обычного. Рекомендуется использовать героев 1-2 уровня. Хотите продолжить исправление? О, нет, нет. Если 1-2 уровня, нет, не хочу, потому что у меня это 0. Значит, ребята, фиг с ним. Мы отменяем это задание. Да, как это не печально, придется тогда отменить. А что же можем мы с вами сделать? Так, обычная, скорость 1. А сюда, интересно, если мы сходим, это будет хорошо или плохо?
Но, по крайней мере, ничего не сказали, поэтому набираем с вами еды. Также нам понадобятся факела. И пару лопат возьмем. Как это все дорого стоит, а, ё-моё. Так, пыль осколков. Используйте, чтобы прикоснуться к внеземной силе, но остерегайтесь побочных эффектов. Нельзя применить при душевном подъеме. Вот что же это такое-то все-таки, а? Я так и не знаю, ребят. Так, ну и пару бинтов. Блин, я все бабки спустил практически. Погнали. Чаще. Вы можете бежать. Ну, это я понял, что с поля боя. В чаще мы еще с вами не были. Так что будем смотреть, что нас здесь поджидает. По крайней мере, не сказали, что здесь сложный уровень. И где-то определить, какой уровень подходит нам или нет. Я даже не знаю, как это все пока можно посмотреть. Почва здесь пропитана ядом, и чаще прекратилась всякая жизнь. Нужно изгнать отсюда зло. Понятно. Разведка пошла. И мы, естественно, пошли вместе с разведкой. Карта, ну так себе, приличная. Пойдем. Ох ты. Застали врасплох. Это что у нас за псы такие? Так, ну что же ты у меня умеешь делать, пипери? Давай посмотрим. Излечение слабенько какое-то. Так, усиление дает 3 уклонения. Также защити меня. Прикрыться соратником. Едкие испарения. Я так понимаю, что это, ребята, яд. Это яд. Вот сюда вот бросим. У него сопротивление, оказывается, было к яду. Тогда читаем. Ох ты, уклонение у них. Сколько? 7, 11, 85% попадания. Давай вот этого вот. О, скрита убили. Помилование оставим для суда. Логично. У этих здоровье 10. У нас от 5 до 10 идет урон. Здесь идет от 5 до 9. А стрелять... А стрелять мы можем вот сюда только. От 5 до 9. Хорошо, сделаем порез. На 7. Кровотечение повесили. Замечательно. Так, бешеный зубощелк. Вот как их звать. Не умер, гаденыш. Бешеный бросок. Уклонился. Молодец, варюга. Умница. Так, продолжаем. Ах ты, критический урон, блин. Кровотечение повесил, зараза. И сдох. Давай тогда тоже будем атаковать псом. Кровотечение и добивание. Мне обязательно нужно вылечиться от кровопотери. Бинтик наложили, все, отлично. Пойдем с вами дальше потихонечку. Так, ну-ка, варюга, ты у нас брошенный багаж. Здесь ловушка. Черт! Блин, у меня что, нету, что ли? Ай, у меня нету, чтобы можно было подлечиться. Еще и в ловушку попали. Все, как говорится, в кучу. Угу, показывай карту мне. Будем двигаться вот сюда. Так, опять стычка, два сундучка диковинки. Хорошо. Хочу я посмотреть на эти. Выбери место назначения. Ну, я же выбрал уже. Вот сюда мы пойдем. Ай, травит. Противоядие скорее, так. Я понимаю, скорее, а где его взять-то? К сожалению, негде. Опачки, это еще что у нас тут за твари? Застали мы их врасплох. Угу. Ну, приступим, пожалуй. Должны сразу грохнуть. Да, так оно и получается. Какие-то личинки, и сзади там, я смотрю, какой-то паучок. Исцеление, да? А зачем нам сейчас исцеление? Нам не нужно исцеление, ребята. Усиление цели. Так, едкие испарения. Пускай висит. Ха-ха. Сам паук и его же отравили. Замечательно. 85%. Ну давай. Готовченко. Ну что, личиночка, твоя очередь настала, по-моему. Я думаю, что мы ее сразу уничтожим. Только прохрюкать там что-то и успела. Двигаемся. Купчие уже у нас есть. А это что такое?
Небольшая антиквариальная вещь. Так, небольшой раритет стоит денег. Давай, бандит. Ящик пуст. Я думаю, могло быть и хуже. Ну да, если ты опять у меня траванулся, было, конечно, хуже. Что здесь мы нашли? 250 золотых. Хорошо. Продвигаемся с вами далее, ребята. Так, вот я думаю, куда нам пойти-то? Вверх или вниз? Препятствие какое-то здесь будет. Хорошо, давайте сюда рванем. Говорили. Я слышал, что вы говорили. Иди, Рэй, вниз. Там будет... Там будет очень полезно. Ну, надеюсь. Да, хорошо. Отличная расправа. Да мне самому понравилось, если честно. Усиление цели. Мы усилим, давайте, своего воина. Посмотрим, как у нас это все будет. Укус. Ох ты, ты смотри-ка, как ты можешь достать до заднего-то ряда. Ага, в паутинку он захотел схватить. Нет. Пора, по-моему, ребята, вам сделать приговор. 70%, да. Нате. Сразу двоих. Ну и с собачкой. Опачки, собачка нет. Не помогла. Ты отравлена. У тебя, я смотрю, нету именно излечения. Как ни странно. То есть яд ты с себя снять не сможешь. К сожалению. Не очень какой-то практичный хиллер, если честно. Надо будет обязательно срочно или нового покупать, или моих ждать, пока не вылечится. О, вот здесь вот хорошо, смотрите-ка, тут и цитрин, и гербы, 8 штук гербов. И золотишко, 100, правда. Все забираем, двигаемся дальше. Так, а у тебя что такое? 15% к сопротивлению яду на 3 раунда. Фигово, конечно. Так, наверняка ждут сокровища. Да, нас ждут сокровища, если мы до них, ребята, дойдем. А это что такое? Конечно, раскапываем. Все, двигаемся, двигаемся. А это еще что за хрень? Грибной зомби. Метка жертвы. Хорошо, что у нас сопротивление. Или нет? Так, отметка. 3 раунда. Привлекает врагов и приносит больше урона от некоторых атак. А вот это мне нафиг не нужно, ребят. Давайте... Нет, подожди-ка. Давай вот так вот сделаем. Усиление, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько у него? Оу, 19 ОЗ. И мы, как видим, бьем-то очень хреновенько по ним. Давай вот этого резать. 3! Кровотечение хотя повесили. Так, монстры с высокой защитой. Некоторые монстры обладают высоким показателем защиты, который уменьшает полученный урон. Эффекты, наносящие урон с течением времени, яд и кровотечение, игнорируют защиту и поэтому особенно эффективны против таких непробиваемых противников. Хорошо, я понял. Яд и кровотечение. Вот что им нужно, ребята, вешать. Да, хорошая защита. Тут ничего не могу сказать, ребята. Метка жертвы опять. Оу. Больно как-то. Так, разрыв цели. Черт бы его побрал. А сколько у нас будет отниматься? 3,5. Твердыня веры. 20% защиты. Вешаем, ребята. Усилились, маленечко усилились. Ну, кого будешь атаковать? Чё-то я не вижу, чтобы он усилился, а? Излечение, 1-1. Это же ничтожно мало, просто. Давай пробуем здесь. Кровотечение повесим, нет? Повесили, хорошо. Плюс ослабили. Блин, что ты будешь делать-то, а? Смотри-ка. Отметки вешают. Я не знаю, что еще вот эти вот делают, гады. Сзади. А, они, наверное, стреляются. Эти вот атакуют. О-о-о. Здоровье у нас, ребята, все меньше и меньше. 8 из... Надо атаковать. Отлично, хотя бы так. И прочитаем приговор. Минус 1.
Уже что-то. Так, святая вода. Для изгнания зла и очищения. Очищение. Попробуем. Что-нибудь очистим. Ни хренашечки не очистили. Ну, зато чувачка убили. Ха-ха. Ну-ка, собачка, фас. О! Кровотечение даже повесили. Вот это хорошо. Крит удар повесил, да? Угу. Я знаю, нам не пережить. Не паникуй, ё-моё, всё мы переживем. Заразный дождь еще какой-то. Черт, отравление, что ли? Нет. У нас, слава богу, было, ребята, сопротивление к этому. Вот так вот, трупы эти уберем, чтобы не мешались нам. И теперь нам нужно делать излечение, естественно. Лечись. Ну, единичка это вообще самый херовый хиллер, который только был у меня. Минус один. И давайте, ребятушки, вот этого добьем. Сколько? 75%? 3,6. Да, взяли среднее количество. 4, плюс кровотечение висит. Облако отступления. Крит урон на 1. Блин, яд повесил, а, сопляк. Яд повесил, это плохо. Давай, лечись. Ну что, добиваем мы этого говнюка? Все, ему крышка. Нет? Ах, да, я же забыл, ребята, у них усиленная защита. Поэтому не получилось у меня пробить. Что же такое кровь? Смотрите-ка, редкая антикварная вещь. Плюс оникс, цитрин и купчая. Забрал. Задание выполнено. Дайте, ребят, я, наверное, продолжу. Посмотрим, что у нас здесь. Ловушка. Проклятие, да. Я вижу, ты у меня теряешь кровь. Так, у нас есть чуть покушать, поэтому поешь маленечко. И мы пойдем, ребята, с вами. Я еще просто хотел вот пройтись маленечко. Я надеюсь, вы не будете возражать. Мое сердце сейчас разорвется. Нет, нет, не разорвется, стой. Давай я лучше вот подсвечу нам дорожку факелом. Блин, мы отравлены, вот в чем проблема-то вся. Что такое, не пугай меня, ё-моё, у нас. Так, голод, да, мы перекусим. Все, дружненько. У нас еще, да, еще есть еда, ребят. Так, ну что же. Ага, смотрим, смотрим, смотрим. Я, конечно, боюсь, что вот в той комнате, ребята, диковинка. Давай перейдем сюда. Что в той комнате будет нас, блин, поджидать босс. Не хочу здесь умереть. Отравленная. Мы должны держаться стойко, несмотря на темноту. Вот это ты правильно говоришь. Я вам и вот так еще фонарик подсвечу. Фонарик. Мешок пуст. Обломились мы. Ну и что у нас в этой комнате поджидает? Че, вообще ничего, что ли? Странно. Обманули нас? Да-да-да, поешьте, поешьте еще раз. Слушай, ребят, ну, наверное, нам придется отсюда сматываться, потому что если еще раз нам предложат поесть, у нас больше нечего. Стресс ловить как-то тоже лишний раз не хочется. Вперед, друзья! Какой оптимист. А все? Ребят, тут ничего нету, оказывается. Мы с вами прошли. Может, так сказать, полностью. Так что... Ну-ка, успеем взять? В мешке добыча. И что? Забираем, естественно, все. И еще здесь у нас. Вот. Ящик пуст. Все, дальше нам не стоит идти, потому что там будет уже схватка. Возвращаемся, ребята, обратно в город. Изгнание зла, бесконечная битва. Но мы должны вести ее. Ну, здесь ты правильно сказал. Так, а что такое? Камень скорости. Обычная, плюс один к скорости. Хорошо. Так, повышен уровень решимости. За каждое успешно выполненное задание герой получает очки решимости. От очков решимости зависит уровень решимости героя.
Уровень решимости показывает, насколько опытен герой и какая у него сопротивляемость к стрессу в полной опасности подземелья. Если герой с низким уровнем решимости отправится на сложное задание, то он быстро сломается под действием невыносимого стресса. Я понял. Ну что же, давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Плохой игрок. Повышенный шанс проиграть деньги. Но это, я так понимаю, где-то в казино, наверное. И безошибочность. Это 10% урона. Дальнобойные навыки. Слушайте, а зачем нам это нужно? Мы же вроде бы как не дальний бой. Хорошо, ладно, смотрим здесь, что у нас. Сэндис. Боязнь крови. Блин, 10 меткостей при кровотечении. Зашибись. Ну, а здесь? Богобоязнь. В городе снимает стресс только молитвой. Заменено амблиопия. И стойкость получены. Исцеление при стрессе плюс 10%. Пиппери. Боязнь руин. 20% урона от стресса в руинах. Охренеть. Да, их надо будет лечить и не перелечить. Это... Город гудит. Найден полуразрушенный каменный ход, ведущий в заброшенный сад с лабиринтом. К сожалению, бедолага, обнаруживший ход, скончался от множества укусов насекомых. Жители обеспокоены. Все занятия в городе, снижающие уровень стресса, стали чуть менее эффективны. Черт бы их побрал, а, этих насекомых. Победите ученика-некроманта. 6-я неделя у нас, ребята, идет. Так, никуда Чеппи у нас не пойдет. Я понял. Этот знак означает, что она никуда не пойдет. Так, Бленди у меня, смотрите, по-моему, готов. Здоров. И нам нужно сейчас... Как-то ведь можно было, говорили, продать все, что у тебя есть. Вот этот вот ненужный хлам. А где он у меня? Где вообще вся моя добыча? Снять? Нет, не надо ничего снимать. Я лично не вижу. Это наш сундук. Здесь что? Здесь глоссарий. Здесь сообщения. Фамильные мемуары. Все, я понял. Дилижанс, давайте глянем, что у нас здесь. Оу. Искатель, самобичеватель. Самобичеватель. А что он вообще умеет делать? Давайте посмотрим на него. Так, он, значит, тактик руин. В руинах у него нормуль все. И тактик чаще. Слушайте, неплохо, я считаю. Руины и чаще можно для него. Плоть грешника. То есть у него нету брони. Уклонение 0, базовое ОЗ 22. Самодельный цеп. Ясно. Сопротивляемости, значит, короче, у него к смертельному удару хорошо. К оглушению 50%. Ну и, в принципе, и все. На ловушке вообще никак. Так, возвращение. Восстанавливает 2 очка. Раунд в течение 2 раундов. Кровотечение. Чего восстанавливает 2 очка, блин? Вот написано здесь как-то непонятно, если честно. Ладно, снятие стресса. Это терпение у него. И страдание. Снять отметку с цели. Перенести кровотечение. Перенести отравление. Отменить цель. Минус 20% урона от стресса. Наказание. Ближний бой. Блин, я не знаю, что он из себя... Плюс 20% урона от стресса, если факел более 75%. А ты у нас... Ох ты, а ты у нас какой-то... Воин. Щит, булава, все как полагается. Дальний бой. Ближний бой. То есть у него и дальний бой есть, да? Так, укрепление. Хорошо, ребят, я, наверное, возьму... Или не надо пока брать. Опытные рекруты. А почему мы с вами не можем получить вот это вот? Повышает шанс прибытия с дилижансом героев более высокого уровня. Нужно мастерство инструктора первого уровня. Ковка оружия и ковка брони. Ковка оружия и ковка брони. Вот так вот, ребята. А это у нас, по-моему, в кузнице. Ковка оружия... В конечном счете, судьбу любого плана решает крепкая рука и закаленная сталь. Ясно?
Так, нужно 8 купчих и 8 гербов. Где же я возьму их? Нет у меня пока этого. Так, ну зато мы можем, ребят, с вами, наверное, сковать что-нибудь. Давай посмотрим. 675. Это сколько у нас? 612 получается. Ладно, давай сделаем. Броню не можем пока. Как-то так. Так, Рейнальда придется нам, наверное, отправлять. Пускай лечится. Шаман у нас по-прежнему в стрессе, бедный, стрессует. Так, что мы можем тебе сюда воткнуть? Что у нас есть такое для тебя? Ну, давай вот это поставим. Скорость, хрен с ним. Это у нас только на прокаженных действует. Так. Второго уровня прокачки, здесь первого уровня. Плохой игрок и лигофобия. Блин, стрессует, если факел будет слабо гореть. Хорошо, тогда мы еще в гильдию зайдем, ребята. Мне нужно сделать здесь кое-что. Светошумовая граната, добивание, оглушение. Посмотрим, что это у нас такое. А где же эти все вот эти вот, которые я зарабатываю? Там цитрины и все тому подобное. Кто мне скажет? Я лично не вижу этого. Короче, надо, наверное, нам отправляться с вами. Так, Рейнальд, пойдешь лечиться у меня? Пойдешь. Убираем с тебя. Клептомания — это что? Склонность к воровству — это фигня все. Так, а здесь? Давай вот так вот нафиг сделаем. Пускай. Так, а шаман-то все равно, ребята, у нас болен, и мы его должны подлечить. В лечебнице или все-таки в монастыре? Он любит в в игровом, в трактире зависать. 1500. Давай. Просто обмени меня для начала. Плут, блин. Так, Сэндис, ты у нас тоже, наверное, хочешь немножечко стресс снять. Давай. Так, Пипери. Ну и что у нас остается, ребята? Вот мы возьмем с собой Бозенквит, Фронтсайд и... Блин, Пеппери, ну это фигня полная, блин. Она мне не нужна. Здесь тогда придется вот этого нанимать. Или вот этого. Давай возьмем обоих. И этого. И вот это. Зов плоти. Как-то так. Монастырь, снятие стресса. Пиппери, тебе здесь, наверное, понравится. Давай. Я смогу искупить свои грехи. Вот и искупляй. А мы с вами отправляемся, ребята. Так, цыганская кибитка. Подожди, что у нас тут? Ох, камень кровотечения. Плюс 15% к шансу навыка кровотечения. Это хорошо. О, лунное кольцо. Офигеть. Короче, факел маленький. У нас повышается урон. 15% к урону. И к меткости 10. И плюс 10% снятия стресса. Круто. Ну что ж, поехали. Отлично. Возите меня в следующую экспедицию. Блин, язык сломаешь пока это. Ну что же, мы, наверное, с вами пойдем во внутренний двор опять. Сходим, да? Что здесь у нас? Жестяная флейта, только для прокаженного. А в заповеднике что нас ждет? Ой, ветеран, ё-моё, нет, сюда не пойдем пока. Мы еще слишком слабенькие. Ученик некроманта. Кстати, можно попробовать пройти ученик некроманта, да? Хотя нет, не будем пробовать, у нас же нулевые уровни. Тут же салабоны. Их вот только сюда, во внутренний двор, ребят, отправлять. Давай, вставай. Хилка тоже сюда.
Ну и ты, бродяга. Все, ребята, свежий коллектив. Будем смотреть, как... У нас, грубо говоря, идет до сих пор еще обучение. Ой, это особое задание. Я тогда не пойдем туда. Прошу, не надо. Я понял тебя. А в бухту? Что насчет бухты? В бухту впустили легко. Так, давай брать еду. Еду. Возьмем пару бинтиков. Факел, обязательно факел. И лопаты две. Все, деньги, короче, у нас утекают просто жесть как. Вперед. Погнали. По-моему, ничего не забыл, да? Нет, надо было, конечно, еще взять, наверное, пару противоядий. Потому что любители нас там потравить. Ну, будем надеяться, что справимся. В этих пропитанных солью пещерах кишат морские чудовища. Истребите их. Вам там легко, блин, говорить, истребите их. Так, ну что же. Что там? Ядрить тебе на корень. Ну давай проверим, сколько у нас идет. 7.14. Нагреем. Ага. Отлично, крит. Так, соленая борозда. У-у-у. Хорошо, хоть сопротивляемость есть. Так, 5.9. 95%. Конечно, бомбим. Что, не ожидал? И вот у нас новый перс. Трибуст. Ну, давай посмотрим, что ты у нас умеешь делать. Дальний бой. Ага, не подходит нам это. Подожди. А вот это что такое? Это усиление. Значит, только лишь атака. 5-9. Ну, давай бомби. Он почему-то по минималке звезданул. Удар гарпуном. Тварь, что делает, а? Давай хиль. Вот это я понимаю хиллер. Вот это нормуль. Продолжаем издеваться над этими говнюками. Офигеть, он критует. На 21 вдарил. Песик, твой выход. Эх, чуть-чуть не... Ну, у него кровотечение, поэтому я думаю, что мы подхилимся здесь спокойно. Ну, кто будет добивать? Давай ты. Я вижу, что ты у нас тут хочешь прям руки. Ук. Да. Неуклюж он оказался. Морской рубец. Черт бы тебя побрал, а. И сдох на дорожку. Ладно. Что у нас тут? 33% урона против отметки на 2 раунда. Вора нету, жаль, нету вора. Внутри сокровища. О, портреты. Фамильные находим с вами. Отсюда уже все забрали. Кто посмел? Так, ну что, тут, в принципе, ну, не очень-то большой коридорчик у нас, ребят. Должны протянуть. Что там забурлякало? Это еще что такое? Рыбьи остатки. Ничегошеньки не нашли. Жаль. Да что ж ты все в темноту? Что ж вы так боитесь-то темноты-то, а? Прямо из-за всякой ерунды, блин, плачут. Пища для восстановления здоровья. Вот это хорошо, ребята. Так, а вот это вот можно почитать. Рана загноилась, кожа вокруг нее посерела. Начала слезать и трескаться, почти как чешуя. Я пишу, а дыхание мое становится все ниже и тяжелее. Спутники смеются надо мной и просят не волноваться. Мол, это всего лишь от морской соли в воздухе, которая в этих пещерах с избытком. Надеюсь. Так, ну что, говнюки, давайте я пропишу для начала. Блин, уклонение, а? Как же так-то? Как он умудрился уклониться? Шелудивый пес. Соленая борозда опять у них. Так, сопротивление, ослабление. Шокер. Ага. Что там сделал-то? Минус 5 уклонения, на 3 раунда повесил. Ты достал уже.
Усиление цели. Так, ну-ка. Попробуем вот так вот сделать. Всех. Ну что же, это меня устраивает, что ты всех усиляешь. Так, ну. Опять шокер. Ну, тут уклонение, это хорошо, а? Этот говнюк решил сходить, да? Удар гарпуном. Пробил дрессировщика моего. Опять шокер. Я не понял, а что это вы так часто ходите? А? Так, давай-ка мы вот так вот сделаем с тобой. Да и пора, наверное, с этим завязывать уже хмырем. Мало ударили, на 7 всего лишь. Давай-ка своей дубинушкой. О! Нам, наверное, надо было, ребята, вместо дрессировщика взять этого бичевателя. Мы бы хотя бы его посмотрели, что он делает. Чтобы уже могли определиться. Так, соленая борозда. Ну, мы выдержали. Бабах! И все, ему крышка, ребята. Забираем это все. Все вкусняшки будут наши. Так, покажи мне карту. Давай, заходи сюда. Пойдем, наверное, по прямой. У нас что за цель-то? Сразитесь в комнатах на 100%, понятно. Опять у нас этот говнюк. Давай метку на него повесим. Это для начала. Стрелять сейчас будет. Ух, по всем. Ну что же, пора ему, блин, преподать урок, ага. Преподали. Аж 10 уроков. Кровотечение повесили, хотя бы так. Выстрел в упор. Да ты что, серьезно что ли? Двойной порез. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это... Ты что делаешь-то? Ты что делаешь? Подавляющий огонь. Звездец. Я по-другому этого не могу назвать. А какого хрена? Чё? Почему так... Офигеть. Ты посмотри, что делает, а? Лечение группы. Я офигею, как здесь все жестко пошло. Этого гада надо добить нам как-то. Нифига не получилось. Сдохни, гад, от кровотечения. Фу, хоть здесь повезло, блин. Готов этот чмошник. Давай, давай, давай. Общее лечение, блин, мало. Так, двойной порез опять будет. Фига у него крит. Критует-то, офигеть как. Ну мы-то будем ходить или нет сегодня? Так, 3,6, 83%. Годится. Кровотечение повесили. Хотя бы так, ребят. Ух ты, хорошо. Блин, ну как же, блин, мы такого вояку профукали. Ё-моё. Уклонение хотя бы сработало. На тебе. Кровотечение будет, нет? Есть. А если я еще дубиной? Отлично. Но все равно он толстый гад. И здоровье у него нормально. Ходит, да? Ходит. Наказание делает. Ага, промахнулся. Хмырь. Сейчас мы тебе устроим здесь карнавальную ночь. Что ты? Бедный, не рассчитывал, да? Как твоих аглоедов не стало сразу все? Сыканул? Сыканул, ребята. Черт подери. Жесть какая, а? Я даже не знаю, как мы тут, с вами будем проходить. Давайте, покушайте, покушайте. Маленько вы заслужили. Ловушка какая-то. Ох, как же я расстроился, ребята, а? Если бы только знали. Так, древний сосуд, давай. Разбирай.
древний. Ой, факел-то у нас, ребят, совсем, я смотрю, потух. Черт, тебя подери, ну что это еще такое? Вот это кто? Кто это такой? 5-9. Давай с заднего вот этого, он мне не нравится. Он какой-то шаман там, по-моему. Сможем достать до него? Сможем. И попробуем добить его. Готов. Хорошо, хотя бы так. Так, и лечимся, обязательно лечимся. Так, морской рубец, ну это мы видели. Чего там? Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот этот гад мощный. Да что ты, опять морской рубец? Да ты офигел, что ли, блин, по 2-3 раза-то ходить? Насколько мы тут его можем? Так, 80%, тут 85. Давай этого, наверное. Какой-то утопленник, что ли. 85. А если мы оглушить попробуем его, сколько? 95%. Оглушили, нет? Оглушили. Так, и естественно хиляемся опять же. Слабо, мало. Оглушение снято с него. Мы ходим? Нет, этот опять со своим морским рубцом. Ну хоть уклонился, дрессировщик, ты молодец. Ты просто умница. Ну, давай добивать, наверное. Отлично. Будем оглушать, наверное, да, 90%. Хорошо. Должен в стан. Да, он встал в стан. И, соответственно, ребят, сейчас мы будем его уже наказывать. Промахнулись. Черт бы его побрал. Ладно, лечимся. Пока есть возможность, надо лечиться. Все, он вышел. А мы еще попробуем разок. Че, не ожидал такого? Ну вот, это тебе за моего танка, гад. Которого вы у меня. Так, усиление, это понятно. Усиление цели. Рев. Давай посмотрим, что такое рев. Ага, у него сопротивление идет ко всему. Оглушение снялось. Еще раз его. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот, вот это было плохо сейчас. Слепящий свет. Вот так вот тебе. У него сопротивление. Ты посмотри. Уклонились мы. Ну что же, мы, наверное, с вами лечимся, ребята. И пора с ним завязывать. Он уже достал, если честно. 80%. Жуем. Забираем все. Вот тебе, блин, и экспедиция. Ну что? Да ядрёна ты вож. Как так сразу-то? Волна стресса. Хрен тебе. Нет, сделал все-таки. Во имя древних богов. Уклонение, повезло нам. Ну что же, придется нам тоже как-то, ребята. 85%, 73%. 85. Давайте вот этого вот хмыря. На 3 всего лишь-то. Трудное заклятие. Что они там делают все, а? Не нравится мне это все, я знаю. На решимость проходит. Нелогичность. Ох, змея украла ошейник. Клянусь всем святым. Это жужжание просто невыносимо. Ай-яй-яй-яй-яй. 3, 6, 5, 9, 5, 9. И тут 5, 9. Ага, хорошо. Достали кровотечение плюс. Так, освещение, что такое? Делает снятие незаметности. Ну, нам оно не нужно. Я даже не знаю, ребята. Хиляться, если только. Опять. Что там за откопояс еще, а, он делает? Сдохни ты, волна стресса. Стрессовать начинает у меня сколько? Ох, сейчас полное безумие будет у него. Дьявольская сила. Во имя древних богов сейчас херак, ну понятно. Как же мне вас вот плохо, что, ребята, нет у меня бойца, точнее этого вора, который мог простреливать всех.
Хреново, хреново ты похилила. Ох, я даже не знаю. Давай нафиг вот этого. Промах, а? Уф. Сопротивление, короче, мы с вами сделали от яда. Трудное заклинание. Блин, стресс получаем только шорох. Ай-яй-яй. Наказывают нас, ребята, здесь. Наказывают. 67%, 80. Давай этого попробуем. Ага, на 7. Кровотечение висит. Мы, наверное, ребят, здесь подхилимся. На 2 всего лишь, слабо. Атака пояс опять, уклонение. Ну, хоть здесь повезло нам, хоть здесь увернулись. Слушай, я не знаю, попробуем, ребят, добить. 85%, ну, да чтоб тебе, 85%, ребята, был шанс успеха попасть по нему. И мы промахнулись, ну, где справедливость-то? Чё вы здесь делаете так, а? Где баланс-то, ё-моё? Вообще, какой-то бред. Во имя древних богов, блин, да, конечно, блин. Медик у меня сейчас в данный момент самый крепкий и самый живучий. Так, много крови. Ты, главное, не паникуй при виде крови-то. Вот, крит, прописали. Безупречная техника. Плюс усиление, да? Так, от стресса нам 33% урона, блин. Так, тяга мистики. Что ты делаешь? Притянул. Притянул дрессировщика к себе, да, значит? Давай-ка мы с тобой поменяемся вот так местами. Не будешь ты там стоять у меня. Это очень чревато. Ну-ка, есть. Прожарили. Ракушечный барьер. Что это такое еще? Так, охраняет. 2 раунда. Так, пинок мистики пошел какой-то. Ну, на сопротивление. Так, мы опять же с вами лечимся. Почему-то он, главное, отошел, да? Не стал лечиться, гад. Мы, главное, предпочитаем быть сами по себе. Ну, добьем, нет? Слушай, ребят, я, главное, хочу вот этого. Неужели из-за того, что вот этот щит, я не могу его атаковать? Я ставил на атаку вот этого хмыря, а бил почему-то трудное заклятие. Что опять ты там? Уклонение. Уклонились. Получи, гнида. Так, у нас стресс, у нас уже пошла вторая полоска заполняться. Черт бы их побрал. Так, ну ладно. Давай, вот так вот. Нормуль. Маневр удался. Прям как стратег там какой-то. Актопояс опять. Слушайте, я не успеваю их отхиливать, если честно. Хотя хилерша, будь здоров. Хилит. Так, не удается тебе там что-то остановить. Давай, добьем. Есть. Все, раскрошили. И вот этого. Фух. Ребят, выкрутились просто-напросто с вами. Жесть, очень тяжело. Действительно, игруха просто кучу боли приносит тем, кто в нее играет. Да ладно вам, да вы что, вы издеваетесь сейчас надо мной, что ли? Я не пойму, блин. Иди ты нафиг со своим обвинением, блин. Волна стресса. Ёкаламане, а. Проходит проверку на решимость и трусость он получает. Молодец. Никак не вспомнит классические стратагемы, блин. Так, еще. Во, сосредоточенность. Это положительное нафиг. Я выстою, клянусь священным пламенем. Вот это вот молодец. Это вот умница. На 10. Ой-ой-ой. Это плохо, это больно. 93, 95. Бомбим нафиг. Так, морской рубец опять по нему, да? Уклонился, отлично, молодец. Я не мог пройти к герцогу. Он тоже был замешан в этом деле. Мне сейчас плевать твои там эти интрижки, если честно. Нужно сменить построение. Ты, блин, припух, что ли, гнида?
поменялся. Его сейчас тут повесят. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это ты, конечно, да, молодец. Нужно сменить построение. Зов глубин. Что это? Усиляют. Усиляют обвинение. Этот будет сейчас орать. Прокаженный, а? Ужас повесил. Ну, хотя бы уклонился. Нормуль. Так, морской рубец. Вот это будет больно. Ай, на 10 влепил. Опачки. Он у меня в критическом состоянии, ребята. Он может погибнуть в любую секунду. Лечимся. Надо поменяться. Давай меняйся местами. Это... Вот так вот сделаем. Да-да-да-да-да, конечно. Хренушки тебе. Ну. Все-таки, блин, бросает свое это проклятие, а, гад. А мы все равно будем лечиться. Я ж когда-нибудь буду ходить или нет? 13 звезданул, а? Так, 73%. 58, 71. Блин. Ну что, вся надежда на нас, ребята. Есть, хорошо, прошло. Так, сколько у него? Ах ты, смотри, что делает мразота. Предсказание. Хорош там орать, блин. Чеканутый. Достала меня вот эта вот хрень. Хилит она еще, а? Я не понимаю, наконец-то тайна. Разрыв сердца? Эй-эй-эй-эй, не надо никакого разрыва сердца. Потерпи маленько, не надо разрыва сердца. Священный огонь шепчет ваше имя. Вы благословлены, блин. Фух. Еще есть надежда, ребята, еще есть маленькая надеждочка, но есть рубец там. Или же уже нету. Конечно, капитан, сейчас я займусь вашей лошадью. Все, у чувака вообще там крышняк поехал. Опять хил, а? Нет? Усиляет? Предсказание, ты достал уже. Стрессуем, стрессуем, очень, очень жестко стрессуем, ребята. Ой, блин, уклонение. Ух. При смерти, да я уже понял, что он при смерти. Кто у меня ходит сейчас, не пойму я. Пропускают все ходы, всем абсолютно пофигу. Он ушел от лечения, ребята. Он сам себя, короче, в могилу вводит. Ай-яй-яй, сейчас помрет. Помрет он сейчас. Этот орать сейчас будет. Ослабление на нас повесил. Ха, я хорошо воспитан. Хорошо воспитан. Знаете, в чем здесь вся фишка? Потому что я не могу ходить, блин. Они ходят по 3-4 раза, а я не, вообще не могу. Что за фигня, блин? Что это за бред? Где отсюда? Блин, уклонение, а? Ага. Я вообще буду хилить сегодня или нет? Давай, лечи. Хоть так, хоть как, мне не важно. Главное, что лечили. Разрыв сердца, у этого все время разрыв сердца, блин. Грубо говоря. Все, вообще ничего не слушается. Ничего не попадает, промахивается. Стрессует. При смерти, да понятно, орет там, блин. Морской рубец, как обычно. А, нет, уклонились. Ну, сколько? 83%, ребят, ну. Тут 70, тут 85. Да неужели, блин, кританули? Так, поменялись. Поменялись местами. Сможем добить? 76%, ребят. Попробуем. Есть! Что тут у нас? Освещение. И все, что ты можешь сделать, это освещение.
Хотя бы так, ребята, а чё? Все, как говорится, средства хороши. Чё там, напряжение было невыносимо. Оу, у меня дрессировщик, ребята, погиб. Вот так вот. Гнида размозжил ему череп. Морской рубец, по кому? Уклонились, фух, повезло. Нафиг отсюда надо сматываться, ребят. Сматываться к ядрене фени. Разрыв сердца, да пошли вы знаете куда. Даже шанса не дали, ну и как я тут буду, интересно, воевать? Жесть. По-моему, хилки мои кранты, ребята. Она не выстоит. Угу. Опупеть, ребят, вот это попадос. Вот это, вот она называется самая жестокая бойня, блин. Жесть. Я вообще ничего не могу, почему, непонятно. Вот дано только одно. Все, он сейчас ударит меня, и хана. Да. Я понял, что она при смерти. Что я могу сделать? Ничего. Вот этого гада никак мне не добить. При смерти. Черт подери, добили. Иди ты в баню. This is моменты. Моменты нужно сваливать отсюда. Офигеть. Жесть какая-то, что там происходило? Я двух героев профукал, ребят. Что ты у нас получишь? Ночной. Минус 2 скорости, если факел более 75%. Фух, да. Охренеть. Город гудит. Я уже понял, что город гудит. Чего-то необычного. Так, этот все у нас там лечится, да? Причем довольно успешно лечится. А вот мой братишка что-то нифига не лечится, к сожалению. Что у нас здесь? Что это такое? Печать мученика, очень редкая. Хм. 60% урона при смерти, 15% при смерти и этот. Понятно. Ну что же, настало время посмотреть вот на этого, наверное, паренька. Носи. И вот так вот сделаем. К скорости. Он у нас с плеткой. Не знаю, кто он у нас идет, как танк или как воин, или как дамагер. Без понятия. Ну что, по-моему, нам... Опа, искатель щитолом пришел у нас. Давай возьмем его. Она гипнотизирует жертву своими плавными движениями, прежде чем нанести смертельный удар. Мортмейн. Кто ты у нас такая? Ты с копьем. Пробивание. Так, змеиный поцелуй. Пронзание. Очарование. Хорошо. Страх нежити. Блин, боится что ли нечисти тут? Точно. Ну ладно. Ну что же, ребята, у нас с вами не получилось нормально, так скажем, выкрутиться из этой ситуации. Может быть, то, что герои у меня слабенькие. Может быть, просто я еще пока не понимаю сути. Почему-то вот в Deep Sky Derelict у меня как-то пошло все на поправочку, разобрался. Здесь для меня еще очень много чего непонятно. Почему Чеппи не хочет вот идти? Кто мне это скажет? Почему она отказывается принимать участие в этой войнухе? Не знаю, ребята. Так, лечебница. В общем, у меня, смотрите, все почти здоровые стали. Все. Поэтому можно будет отправиться куда-нибудь посерьезнее. У нас я второго уровня, самый, по-моему, сильный. Остальные все первого. И куча, как говорится, народу у нас на кладбище. Да.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мы продолжим играть в нее и увидимся именно в этой игре. А на этом все. Всем пока и удачи.